И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Так, мне тут задание вам дали что-то там построить. Вот эту штуку. Вроде как у меня все для этого есть. Куда бы ее втулить? А вот здесь давай между дверями. Опасная погода. Приближается море. Так. И чуть такое. До канализации или кондукционной системы, дальнейшее значение данных, запасы технологии, стандартный анализ, так, исследование. Изучить технологию для строительства. Ну давай для строительства для начала, наверное. Так, а что это у нас тут много чего? А, тут еще это. Телепорт между базами. Так, чего не хватает? 4 трубки металлом, 4 штуки. Может это сразу сделать? Будет неплохо. 4 пластинки. Этого барахла у меня много, в принципе, было. Пока я все не потратил. Так. На трубке. С нанотрубками проблем не должно быть. Чего не стакается сразу? Ладно. Давай. Типа это первое. Во. Все. Водка. Кстати, да. Вещь нужная. Стоимость 0 извлеченных данных. А у меня нету. А, в смысле, вообще просто делается и все. Из ничего. А это что? Батарея. О, блин. Так, солнечная панелька. Система защиты от вредных факторов. Неплохо, в принципе. Блин. Неровно. Сейчас сделаем, чтобы быть ровно. Ну, плюс-минус. Плюс-минус ровно, скажем так. Так, мне предлагают переименовать нашу базу. Снимок базы. А, вот колония. Так, мне какая разница, как ее зовут-то. Блин, ну ладно, сейчас что-то придумаю, кто-то прилетел. Дайте питание на телепорт базы. А разве я это уже не сделал? Так, выполнен вход задания. Ваш божий дом. Так, журнал компьютера обновлен. Эндиском. Блин, ты задолбали. Его нельзя вовнутрь поставить, а? Можно я его заберу отсюда нафиг, чтобы я не бегал на улицу? Передвинуть. Пошли, давай. Тебе ничего не надо, где-нибудь вот здесь постоишь. Где там у тебя морда лица? Наверное, вот это вот там где светится точка. Скорее всего, это лицо компьютера, можно так сказать. Ну, пойдет. Дополнительный архив. Запись неизвестная какая. Так, сканер засек необычный сигнал. Без конца повторяет 16 что-то там с космической станции какой-то там. Внимание. Конец архива. Запись прервана. Компьютер база остановит запись. Угу. Здесь ничего не узнает. Так, космическую станцию. А надо в космос валить. Это на что? А, ваш звездолёт. Так, ну в принципе, больше-то я что-то могу еще исследовать. Да блин, можно без этого вот этого все. Технологии строительства, строения. Угу. А что тут надо-то? Силикатный порошок, это землю надо копать.
Да ё-моё, каждый раз одно и то же. Тьф! Баню. Технологии строения. Так. Так это что, открыт углерод? Ну, типа, это тоже можно открыть. Не знаю, зачем, пускай будет. Недостаточно. А, господи, модули, шмодули. Это открыто? Это уже открыто. Это тоже открыто, открыто. Здесь что-то не хватает. Данных нет. Вот, блин, мало того, что ресурсы, еще и данные какие-то там тебе надо. Так, тут тоже, да, ничего-то. А, здесь уран, блин, тут облом. Здесь металлическую пластинку, золота не хватает. Вот это тебе, блин, поворот. Надо гриндить. Где самолет? Вот он. Так, куда ты хочешь, чтобы я летел? Космическая станция вне планеты. Ну, понятное дело, что она вне планеты. А это что? Древние руины. Тоже вне планеты, само собой. Что у нас еще тут есть? Так... 5 часов. Туда полетим. Так, у нас... А ящиков нет в каких-то... Слушай, алло. Серьезно. Ящиков для хранения всякого хлама. Я что, с собой все время все должен носить? Ну, серьезно. Технологии строительства. Что здесь? Все нам закрыто. Так, это ящики какие-нибудь? Что это? Компонент. Блин, нет никаких ящиков. Как? Ладно, пока, скорее всего, нету. Медицинская станция. Урана не хватает. Надо искать. Зашибись, блин. Я не могу нигде оставить ресурс, потому что он пропадет, если я его выкину просто. По-любому он пропадет. Или не пропадет. А ну давайте что-нибудь выкинем, такое не нам не нужное. Ну, что-нибудь того, что у нас не так много. А что у нас не так много? Блин, патронов до хрена, углеродика. А подожди ты. Как тебя там разделить-то? Так, изменить размер стопки. Вот я. Ликью. А вот, хватит. Да твою мать. А что ты сделал? Дерется, что ли? Ладно, не важно. Так, выбросить. А, он просто, по-моему, уничтожает. Да, хороший. Как внезапно мне оказалось, нужна не фритовая пыль, я ее все переделал, переработал все. Я тебя тоже бы забирал бы. Так, как тебя забрать там? А, вот, чтобы подобрать. Ну ладно, мы его так забрали. Он мне в инвентарь упал. Ну, где-то внутри базы поставить, ничего, это все на улице у меня стоит. Сигналы рядом есть. Расстояние очень близко. Так, давай построим его. Пока где-то здесь. Ну, подключить его. А, у тебя его надо. Нет. Он на улице, что ли, не может? Здесь что происходит? Так, блин. Ну ладно. Ну а я разве не то делал? Странно, ладно. Сейчас это будет нитрат натрия. Ладно, надо лететь. Немножко полетаем. Долго, конечно. Аж целых 9 минут реального времени. Блин, там вон, я столько букв пропускаю постоянно. Причем постоянно. Надо вот сейчас где-то, если увижу, надо сразу сесть. Ну. Тихо. Так что ж видел. Правда, не понял где, но где-то есть.
А, вот он. -18 градусов по Цельсию, нормально. Так, сделал тише, это прям совсем громко. Так, оружие. Слово. А больше нет ничего? Сканер? Поблизости. Ну, вообще-то есть еще много чего. Вот это мне надо. Филит особенно нужен. Внезапно я его, блин, потратил весь. На строительство базы. Ну, как потратил? Потратил, в общем. Кто там? Где там? Жучок и баня. О, это транспортный корабль. Может, можно было бы чем-то поторговать, но они улетят, пока я тут буду что-то делать. Догнать их, что ли? Где корабль? Где тут большой вон он? Стоять! Ой, козёл, блин! Он прыгнул, блин. Ну ладно, прыгнул так прыгнул. Сейчас еще буду искать, может, на здание. Опа, кстати. По мини черта, как говорится, и вот и он. Ой-ой-ой. Я что-то не то сделал. Надо привыкать к управлению. Не так просто. Ты можешь там сесть, давай. Ну как там все, садись давай. Какой? Я забыл, на какую кнопку садиться. Внезапно. Запущен процесс приземления, отлично. Выходим. Наша остановка. Так, собачки, всякая ерунда. Так, это вызвать самолет. Самолет вызывать мне не надо, он так стоит рядом. То есть звездолет. Ну, сохранить, что ли? Тут ничего нет. Ну, давай сразу сюда. Так, получено нанитов 10 штук. Это что? Ничего, где вход? Вашу хибарку. Вот вход. Так, здравствуйте. А что у вас есть? Наниты. Ну, первая помощь особо не нужна была. Так, это что? Прикольно так. А ну. Это забрать не могу. Нет. Ничего подбирать. Ну хорошо, как скажешь. Так, сейчас подожди, сначала посмотрим. Я там цветы как бы посадил, но они почему-то... Что там что-то? А, сесть не надо, сесть. Почему-то у меня ни черта не растет. Это не дверь? А похоже. Что тут было только что? Зашифрованные данные. Отлично, мы взяли их. Навигационные данные. Так, ну давай. Автоматический сигнал бестия. Так, сигнал бестия, похоже, остался без ответа. Так, если не доспособен, скорее всего, я смогу извлечь из него координаты. Так, ой, блин. Наугад надо, да? Значит, 1, 2, 6, 24, 120. И каждый раз все время больше. Это 280. Хотя... Подожди. Наверное, следующее надо 620 ставить. Хотя не уверен.
Сигнал не обнаружен. Я облажался, да? Ну ладно. А повторный раз это уже не работает. Только один раз. Надо было 720, наверное, брать. Ладно. Больше тут ни черта нет, да? Ничего тут нет. Я тебя сканировал, чудо ты. Перех. Сканировал. Так, давай-ка, давай ко мне тут ржавчину, или что там у тебя сейчас будет здесь? Пихай звездолет сразу. Так. Переведено юнитов, спасибо. Можно еще? Тут больше ничего нет. Ты зайти можешь? Спасибо. Еще и на ниты. Это не фигня. Вообще не... Ой. Так, там я был, да? Жучки, паучки летают. Блин. А на эту башню можно как-то залететь или нет? Можно, да. Только надо... Подожди, набрать, что джекпак был. Полный. А пока можно медику набрать. Тут ничего и нет. От слов совсем. Сканер. Если где-то поблизости. Радиомаяк. Сундуки. Сигнал. Знание. Опа, привет. А что это? Эта птичка так высоко летает, нифига себе. Так, ну давайте к этому знанию сходим. Джекпак вещь хорошая. Ничего не скажешь. Давай, давай, греби, греби все в себя. Вот эти вот жилки, это чтобы попадаются. Из них материал дропается. Иногда с бонусами. Вот как сейчас было, например. Ну. Ой, наверное, не долечу. Эй! Пятаком треснулся. Давай, взлетай. Так, вот это вот растение сразу надо удалить. Вот так-то лучше. Нефрит. О, хром, серьезно? Так, что ты нам дашь сегодня? Какое слово? Но. Но-но-но. Так, вот это цветочки я тоже забрал бы. Тут рядышком еще одна была, чтобы ее не изучить. Высокий. Слово. Это я не могу? Нет. Блин. То не могу, это не могу. Есть у меня тут где-то какие-нибудь залежи поблизости. Цветочек. Ну, это цветочек такой. Который дает буст. Большой буст. Тихо. Ох, кто-то я приземлился. Как раз еще к ядовитым растениям. Ну, молодец. Это я заберу.
Так, внезапно я нашел соль. Не шипи там мне. Да блин. Ты серьезно? Вот это вот разбери. О, есть, теперь есть место. Так, не закапывай себя. Ой. Пещера уже пробурился. Ну, тут когда никак копни, везде пещеры. Да не копай ты под собой, говорю. Куда твою ж? Вроде все собрал. Так, и сколько у нас тут соли? Да не он, не она в смысле. Соль, ты где? Вот она, да? Соль, водный минеральный элемент. Может быть, переводана в хлор. Хорошо, что там в пещере? Что у нас? О, что-то не проанализировано, серьезно? Углерод требуется продвинутый расщепитель. Хм, ты смотри. Интересно, насколько глубоко вообще можно пробраться туда вниз планету? Да иди твой налево с вашим нет. Опа. Вон там кусочек еще остался. Собирал, собирал, да не все собрал. Эх, ты смотри, еще даже выбрался. Так, ящик. А, я уже забрал, да? Ну да. Ну нет. Микросхема. Ржавчина. Ее можно в пыль переделать. Всегда. Углерод. Так, мне надо под это. Вот. Ячейку давай сюда бахнем. Освободил ячейку. Отлично. Ладно, возвращаемся к кораблю. Там он есть, правда, где-то слово он еще. Я вот видел. Где-то вот видел вот там, по-моему. Это что? Залежи соли. Залежи соли. Ой-ой-ой, так не надо делать. Переключись на расщепитель. А то ты сейчас полпланеты тут разберешь. Киш-киш-киш. Фу-фу-фу. Так, а чем здесь кормят? Ну, на ржавчину то места хватит. Гель. Так. Гель, говоришь, что мы с него можем сделать? Подожди, там что-то для чего-то что нужен, блин. Уже нет места, чтобы для крафта. Тут нового ничего у нас нет, у меня. Ладно, погнали обратно. Так, приземлился еще. Не учить слово это. Где-то тут еще радужка. Во-во-во. Эк. Да, ну что тут на сканере есть? Любопытная находка.
и здание неизвестное. Пошли сначала на любопытство, насколько 92 метра. 41. О, это только это за бугорком. А я такого, кстати, ой, еще. А что это за хрень? Я такого не видел. Наверное. Нет, видел. Так, а где она? А, это вот она и есть, это любопытная находка, ну да. Так, любопытная находка, быстро. Требуется продвинуться, это бляха-муха. Ну там вон есть здание, так что сходим туда. Опа. А я думал, это пещера, а нет. Еще пока бежал, нашел какую-то... Чтоб ты был здоров со своим инвентарем. Употребить. Ну так что ж был знак, ну алло. Ну, был же ж. Ого. Так, древние знания, говоришь, две штуки. Пока бегу, подбираю. Ух ты, какой камушек хороший. Уже. А, это, блин, цветочки, думаю. И все, но это мне надо тоже. Так, и что это у нас за огромная хрень? Такая еще и спускает непонятно какой-то газ. Ага, во. Сфера, а нет, вот. Так. Так, письма, которые содержатся... Почему я могу читать? Для меня загадка. Так. Так, раз и помешали с умным. Стражи, опять стражи. Так, что ты мне хочешь? Помочь с языком? Давай с языком. Теперь больше знаю о вайн-кинах каких-то там. Ох, полетели кораблики. Отношение улучшилось, отлично. Может быть, еще раз можно с тобой поговорить, не? Нет, не хочет. Это зря. Ну давай, давай, давай. А слушай, просканировать, может, его надо? Не сканируется. Опасная флора. Что тут еще вкусного есть рядом? Поврежденный механизм. Подзерга. Подземное органическое образование. Ладно, это не особо важно. Сундуки тоже там ничего интересного нет. Залежи перит. Запас технологий, физический модуль. Много чего на самом деле тут везде есть. А, пошли обратно к кораблю. А это еще что такое? Навигационные данные, серьезно? Что-то другое, блин. О, вот это надо было использовать. Что это? Так, 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 новая карта лучше. Опа, оп, 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 за костюм. Ай. Надо, наверное, изучить. А вот, подожди. Проложить маршрут. Обнаружена капсула. И как далеко? Ага. Еще дальше, чем, блин, туда, куда я лечу. Серьезно? И это еще и в другую сторону. Иди отсюда, жук. Серьезно, я тут туда 4 часа лететь, а туда 6 часов. Идти твою наколотить. Еще что-то есть? О, еще кубик есть. Так, еще одна навигационные данные, да? 7 штук. Стаки 40. Блин, а? Ну, что ж там интересно может быть?
Нет, давай полетим уже куда ближе. Это логичнее будет. Где корабль мой? Вот, там где-то. Остановился еще взять. Я перекинул все побольше в корабль, все, что он мог. Вон там все. Там тоже что-то состакалось. Вот, и появился такой небольшой деревянный идол в форме стража. Стоимость приличная, 24 тысячи. А что, само собой, это дело надо забрать. Это такие кактусы я изучал. Странно. Еще один камень. Делать. Восстановление здоровья. Оно мне вроде как будто бы... Ну, почти. Восстанови. Опять боеприпасы. Я же, блин, ладно, у них дофига самого. Можно как-то разделить это? Ладно, потом разделю. Так, что-то новое. Реликты? Что это? Реликты. О, тоже неплохо денег стоит. Вот это я неплохо остановился. Так, обнаружил что-то. Пробегая мимо пещеры. Это изучено. Туда я не полезу, просто мимо пробегал. Вот здесь какое-то образование есть. Подземное. 3-4 метра. Сейчас проверим, что там за образование. И что это у нас? Что-то минерал. Подожди, может чем-то другим добывать? Точно. Ты что это? Анализ. Ой. Я что-то снял с ним. Мне что дали? Гликситы третья. Одна штука. И где она? Мне ее нету. Обманули козлы. Блин, сколько тут вообще есть всего? Просто обалдеть можно. Ну, там еще знания какие-то есть. Кого ты в яму лазаешь? Так-то я мерзну. Еще знания есть. Трус. А что это за треугольничек вот этот? Это куда? Куда он идет? Что это за... Засыпанные технологии. О, туда надо бы сходить. Блин, сколько тут всего. Ну, давай сначала мы туда еще сходим. Знания. Я уже довольно-таки много слов выучил. Это еще что-то за такое. Не сканируется. Требуется продвинутый. Ну, а просканировать это можно или это не сканируется? Сканировано. О, вот это нет. 17 тысяч, неплохо. Чей-то. Какая-то хрень. За нее копеечки дали. Хорошо, что мне дышать под водой не надо. Что-то тут еще где-то, говоришь, было вкусненького. Где-то рядышком какие-то технологии. Залежи солит, не то. Вот это, да? Что так далеко? А близко? Ближе нет? О, что это? Засыпанный технологический модуль. Довольно-таки близко. Взлетишь? Да. Дали мне извлеченные данные. Две штуки. А я их могу сам использовать или нет? Быстрое перемещение. Чистка нет. Выбросить на склад. Выбросить на склад. Так, что за приблуда? Всего лишь только одни данные дали, елки-палки.
Я-то думал, то, что это будет поинтересней. Нашел залежи меди. Почему бы и не забрать? Как она блестит, как золото. Лучше бы золото было бы, чем медь. Ох, как хорошо добывает. Просто замечательно. Что там такое? Кто там бушует? А, это ты? Не будешь больше бушевать. Я там вишу на чем-то. На каком-то. На краешке небольшом. Отлично. Так, и сколько у меня меди? Так не падай там вниз, пожалуйста. Где медь? Силикатный порошок, вот медь. 192. Силикатный порошок можно пока сбросить, дропнуть. Ее можно в любом месте взять. Да не дрожит ты там. А вон еще. Пропускаешь. Вроде бы как будто бы все. Так, что тут говоришь? Еще данные. Ладно. Кислородик нам нужен. Давай кислородик. Так, что ли, космический корабль затоплен обнаружил. Может, здесь удастся сесть? Смотри. О, первый раз. Что это такое вообще? Соль, серьезно? А проанализировать? А эту штуку можно? Нет, не анализируется. Чтобы не взять, как говорится. Тут есть что еще просканировать? Вроде все это уже сканировано. Это что-то другое. Передаю пыль и соль. Ну, соль, правда, капельки падают. Хотя вроде бы нет. Какие-то водоросли. Экзоскостюм. Так, соль, ну, соль мы можем корабль переместить. А что еще дропается с них? Вот это что такое? Стоит ерунду. Вообще стоимость... И применить его нельзя. Что происходит? Ой, взлетай, вот что происходит. Это... Да что ты не по... Ух, там все-таки можно утонуть, оказывается. Внезапно. Ну, такое место я еще не встречал. Это факт. А это что? Да
Что это такое? О. Блин, надо быстрее к ядру этому. Давай, ну что ты там цепляешься? Да давай, хорош там ничего. Прочитай журнал. Так, опять неизвестные слова, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я сейчас утону. А, нет, все, не все так плохо. Лучше надо валить наверх. Непонятные какие-то существа, червячки. Давай, двигатель, заряжайся. Блин, сейчас опять буду тонуть. Внезапно. Тут мог подумать. Что тут еще столько всякой ерунды разной есть. Но я так и не понял, что это соблазнительный экземпляр. Давай сплаваем, что ли, туда? Только сначала воздуха надо взять. Технология заряжена. Блин, ну серьезно? Ну это подними свой нож, что там? Ай, ёлки-палки. Тяжело им управлять, червячки какие-то. У тебя собрать ничего? О, можно. Что-то собрал. Слушай, я не знал, что тут подводная жизнь такая есть. Какой-то камушек. Блин, для всего надо эта продвинутая фигня. Взлетай давай. Ох, нифига себе, эта штука стоит. Две штуки у нас 185 тысяч стоят. Ну это уже неплохо, хочу сказать. Только что вышел из-под пространства этот здоровый корабль. Сесть можно. Я уже в космос начал выходить. Ну. Ай. Ой, где ты там? Да бляха, муха. Вот это ее носит, этот корыто это. Так, во-во-во. Протиснемся тут. Нет. Не протиснемся. Ой, блин. Да чтоб ты был здоров. Так, где ты там, блин? Я потерял его из виду. Это не он? Что происходит? А он ушел. В космос вышел. Блин, и я уже высоко поднялся. Мне вон туда надо, да? Здесь я быстрее могу лететь в космосе. На поверхности не так быстро могу летать. Надо выше еще подняться. Выше. О, скорость растет, растет, растет. Я уже вышел в космос, да? Ой-ой-ой, тихо, тихо, так быстро. Чётенько приземлился. И что это у нас тут такое?
фрагмент под землей. Это не тот. А где ты, блин? А вот что-то есть. Здание все под землей засыпано. Это что, ступеньки, что ли? Нет, это фундамент разваленный. Так, а вот это что? Тоже. Блин, ничего не понятно. Так, вот, сундучок откопал. Что это такое? А у меня ключа ни одного нету. Ни одного ключа. А здесь два нужно, ё-моё. А у меня ни одного нет. Или три, даже три ключа. Ууу, тут что-то явно серьезное. Игра зависла, да? А, нет. Я просто заметил, что тут что-то еще есть. Расчистим немного. Короче, здание завалено. Блин, то я так сюда перся только даром, блин, по ним получается. Можно себе норку вырыть очень быстро. Дальше уже ничего нету. Короче, сундук оказался мне не по зубам. Ключи нужны, а где их взять, я пока еще даже и не знаю. А тут не все. Вот еще что-то есть. Пройти не могу. Допустишь ты меня или нет? Ключик. А мы можем его сами делать? А где он? А вот он. Сомневаюсь, что ты ключи можешь сам делать. Так. Значит, надо. Значит, здесь надо найти три ключа. По логике вещей. Так, это что? Это не то. Тут артефакт должен быть еще где-то. Вот. Видишь, как спрятался глубоко. Опа, стенка. Это здание. Да куда ты там светишь? Что-то вблизи как-то лазер не очень хорошо работает, мягко говоря. Так, это нет. Ступеньки. Значит, надо ниже. Где он тут артефакт? Что я его провтыкал? Так, знакомое это место. Такое же самое здание, тут должны еще где-то слова быть. Закопанные ниже. Вот они. А, ящичек. Ключик, спасибо. Не все так просто, как кажется. Так, пока побежал, тут слово одно выучил. Он еще перит какой-то нашел. Перит, да? Да, и вот какой-то загадочный тайник. Пойдем посмотрим. И что ж там? Так. Потерял шифрованные грузы. Ну-ка, где? Вот. Разобрать? Почему разобрать? Какая-то хрень, что ли? Давай разберем. Что дали? Ржавчину. Ой, блин. Спасибо, ради ржавчины сюда бежал. Что это? Да блин, переключись ты. Что оно мне дало? Вот что-то дало.
И что это? Переработать протеин. О. А звездолета не дотянусь, да? Ну там такое есть, да. Ох, только что он еще корабль вышел. Так, по-моему, 3 ключа у меня уже есть, если ничего не путаю. Да? 3 ключика есть. Да, но тут есть еще ключики. Я тут сейчас все расковыряю. Еще ключик. Оказывается, я его, кстати, уже раскапывал. Так, ну что ж, вскрываем большой ящик. Найден редкий предмет. Возраст очень большой. Стоит идти колотить. Вот это... вот эта сумма приличная. Оно того стоило. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.